Реставрация самого старого кирпичного здания в Звенигороде продолжается. К концу этого года ремонтные работы планировалось завершить. Но в процессе выяснилось, что кирпичная кладка, скрытая под слоями штукатурки, находится в очень плохом состоянии. Пришлось вплотную заняться заменой кирпича. Также основной конструктив, вот именно по несущим стенам, то есть усиление по вычинке кладки, потому что, вот видите, здесь, вот, допустим, новая кладка, там дали. Когда проводили демонтажные работы, в это и выявилось. То есть пришлось не в пол кирпича, как было запроектировано, а полтора кирпича. Поэтому вот это основной объем работы, потому что реставраторы вот только недавно закончили. В разные годы манеж переживал несколько реконструкций, но затем здание было заброшено. Восстановить прежний облик исторического объекта сейчас непросто. Дополнительные работы потребовали корректировки проекта. Контракт на реставрацию с подрядчиком продлен. Контракт мы продлили до сентября месяца, то есть, соответственно, после выхода, после экспертизы у нас будет корректироваться график производства, вот уже, соответственно. И насколько мы смещаемся по графику? Ну, на полгода. Полгода. Ну а пока идет ремонт кровли. Она будет держаться на укрепленных балках, которые внутри здания останутся открытыми. В ближайшее время планируется начать установку оконных и дверных блоков, а также монтаж внешних сетей теплоснабжения. С начала следующего года и до апреля специалисты будут заниматься внутренней отделкой. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».